Ситуация такая. Стилочка. Не могу сидеть на бетоне. Бетонный пол. На бетонном поле очень тяжело. Я еще после простудных этих всех. А вы что-то играете вообще? Ну, слегка такое, что-то простое, примитивное такое. Что называется, уже лет 10-15 с ней дружу. И все никак не раскачать. Поэтому пытаюсь найти какое-нибудь, что называется, чтобы какой-то небольшой стимул, чтобы приблизиться. Тоже звуки иногда плохо закрываются, потом иногда. Ну да, так, две дырки. Да, может, это даже будет лучше. Это лучше, да? Ну, легче с ней играть, она как-то вибрирует, и воздух пропускает лучше. Лучше, да, вот это? Да, это конкретно. Гораздо лучше чувствуется разница. Ну вот немецкая. А еще какую-то мелодию такую? А махамантру как вы играете? Значит, поется на какие угодно мелодии. Не, ну там Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Вот этот простая, стандартный самый, простая, да. Простая мелодия. Я обычно... Вот я на нижних как бы могу ее поймать, но она не идет в тон. Надо на выше брать, что ли, получается. Это зависит от тональности. Какой тональности играет, такой надо играть. Послушать эту ноту, услышать, как она, как от нее будет эта мелодия играться. Mm-hmm.
только аппликатор, чуть не докрывать. На самом деле это полезно, потому что у него тоже бансури. Там что же, да, все ж? Там все на этом построено. Дудук. На микронах этих. Ну да. А дудук тоже, да, тут на этом? Ну да, у него тоже там то же самое. Там, можно либо на 8 дырках играть, либо на 6. Но, в принципе, такой же там. Не докрывание дырочек по утонам. Ну да, с ним как раз это тяжело. Набить руку. Ну, дырочки я смотрел, все то же самое по расстоянию, все вот, все то же самое. Ну вот здесь вот, видите, вот эти дырочки, все стандарт такой. Строй одинаковые, у них просто немножко исполнение разные. Ну это поконкретнее звучит, чем эти. Ну да. Вот она забита чем-то, числить ее надо периодически, наверное. Здесь даже расстояние. Тут побольше, тут, по-моему, да? Какие-то зубчики там сделаны. Ну да, здесь больше расстояние, щели здесь больше. Здесь. Собственно, я как бы эти буклеты не есть, но что-то не буду их играть. Больше чувствую. Ну, мы более простые просто в аппликатуре вообще. Ну, потом путь такой, просто берете, подбираете мелодию и все. Это на ухо слон наступил с медведем, раскачать чисто механически. Подберешь механически, а потом раз уже начинаешь чувствовать мелодию. Что-то на слух тяжело так напрямую там на очень. Можно найти какого-нибудь там самоучителя, где надо открыть. Я думаю, в интернете там миллион. Взять какие-то там простые мелодии. Даже взять там с детских по нотам сыграть. Ну, там, чем дальше, тем сложнее. То есть, ну, можно так начать. Вот там учиться. Значит, там. Все родилось типа елочка или там, там пару песенки я вел в интернете. Ну, я говорю, что все самоучители прям игры на блокфлейте. Там, по нотам все просто все эти песенки, мелодии расписаны. Какие-то там этюды из гаммы, то есть гаммообразные этюды, это для того, чтобы лучше чувствовать скор. Просто если вам так, ну, если вы видите, что это ваш путь, то просто возьмите самоучитель, попробуйте поиграть по нотам. Ну, это не то, что путь, просто потребность в музыке есть, потребность в самовыражении есть. Вот. А что может быть лучше? Почему задавались вопросом, почему Кришна с флейтой? Потому что он пастушок, а с пастушком что, флейту с собой взял в карман, да и пошел, правильно? Самый удобный инструмент. С собой ни гитару, ни пианино таскать не сможешь, там, понимаешь? Ну, мы на гитару и ту куча неудобств. А флейту надо, не надо, она у тебя с собой есть, и есть свободное время, посидел себе, от души поиграл, что-то повибрировал, поэтому вот оно вот и есть самый такой удобный инструмент. Ну, губная гармошка, она не такая, там, тоже маленький, конечно, инструмент, но там как бы меньше, так сказать, октав этих всех возможностей. Другое настроение, ну да. А какую еще мелодию любимую? Что мать сейчас орать так? Для себя, от души что? Да, знаете, чтобы для себя сыграть, надо успокоиться, сидеть там, спокойно, быть спокойным. То есть, как говорится, в музыке самое главное – тишина. У меня сейчас у меня просто не тишина, потому что мы завтра уезжаем, и там еще сегодня куча дел, которые надо сделать. Ну, то есть, да, как, не родиться. Как ваше имя? Вибхавари. Вибхавари, все я все забываю. Вибхавари. Вот, так что, ну, мы приедем 2 числа, вот, и,
Ну, там, приходите просто по воскресенье, мы будем что-то пробовать. Так это фестиваль будет в Днепре сейчас или что? Под Днепропетровск. Под Днепропетровск. А что там за городок такой? Магдалиновка, это не город, это Магдалина. Поселок. Это не фестиваль, я говорю, это день явления духовного учителя празднуется. А, то есть это так, приезжают ученики. Между собойчик, все свои такие, не то, что между собойчик, но как бы приезжают ученики этого духовного учителя, чтобы выразить ему почтение. Вот, и как бы